Опекушин. Опекать – лепешка из поскребышей во Владимирских говорах. Всяких лебедь с лепешкой, как считают архангелогородцы. Однако, скорее всего, в основе фамилии диалектное слово «опекало», «плут», «надувало». Опекушин Александр Михайлович. Российский скульптор, автор памятника Пушкину в Москве. Родился в деревне Свечкино Ярославской губернии 28 ноября 1938 года в семье крепостного крестьянина, который был скульптором-самоучкой и потомственным лепщиком-декоратором. Отпущенный на волю еще мальчиком, работал в подмастерьях у скульптора Иенсена в Петербурге. Затем, вплоть до 1864-го, занимался под его же началом в Академии художеств, получив диплом классного художника в 1869 году. Под руководством Микешина принял участие в создании монумента Тысячелетия России в Новгороде, вылепив для него фигуру Петра I, а также в работе над памятником Екатерины II в Петербурге, для которого Опекушин исполнил уже 9 фигур. В 1870-е годы уже в полной мере, причем именно в монументальном искусстве, развернулся его дар воятеля-романтика, умеющего воплотить идеальный образ знаменитости торжественно и в то же самое время подкупающе человечно. Именно эти черты ярко проявились в его шедевре «Памятники Пушкину для Москвы», который по праву стал самым популярным русским монументом XIX века. Умер Опекушин в селе Рыбница 4 марта 1923 года.